27 и 28 февраля в городе Канадзава в рамках программы сотрудничества между Казанским федеральным университетом и университетом Канадзавы проходит научный симпозиум по химии. Он звучит как подготовка лидеров будущего и поддерживается правительством Японии. На симпозиуме студенты КФУ и университета Канадзавы представят результаты своих исследований на стендовых сессиях. В программу симпозиума также включены пленарные доклады ученых из химического института имени Бутлерова КФУ и университета Канадзавы. Это уже третий подобный совместный симпозиум между университетами-партнерами. Первый был организован в Казанском федеральном университете в сентябре 2018 года. Перед началом симпозиума состоялось открытие офиса КФУ в университете Канадзавы. Напомним, что 17 сентября 2018 года состоялась церемония открытия нового офиса университета Канадзавы в Казанском федеральном университете, где присутствовали ректор КФУ Ильшат Гафуров и вице-президент университета Канадзавы Еши Атани. Открытие офиса университета Канадзавы в главном здании КФУ – результат договоренности, достигнутой в октябре 2017 года. Нужно отметить, что сотрудничество между университетами ведется уже более 30 лет. Анна Глазунова, Универньюз.